Главная задача гражданской обороны – обеспечение безопасности населения. Оперативные службы каждый день работают в режиме боевой готовности. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, их предупреждение, спасение жизни людей. Зона ответственности специалистов. История гражданской обороны России началась в 1932 году. 4 октября постановлением правительства была создана общесоюзная система местной противовоздушной обороны СССР и утверждено положение о ней. Сегодня, в день ее образования, по всей стране проводятся открытые уроки для школьников. К мероприятию присоединилась и Анапа. Для пятиклассников провели занятия на базе пожарно-технической выставки курорта. Дети уже со школьных лет должны понимать, что такое гражданская оборона, какие у нее задачи, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, какие есть системы оповещения населения об опасностях и что нужно делать, если услышали эти сигналы. А также какие есть средства индивидуальной защиты органов дыхания, защиты кожи. Первая часть занятия – лекция об истории создания системы. После – правила поведения в чрезвычайной ситуации. Школьники без труда ответили на вопросы, что нужно делать, если они услышали звук сирены. Нужно знать, какой звук издает сирена. Если это авиационная атака, самая ужасная ядерная, пожар. Самая распространенная чрезвычайная ситуация – пожар. В многоквартирном доме есть свои правила поведения. Например, нельзя выходить на лестничную клетку, прятаться от дыма под кроватью или в шкафу, а также пытаться самостоятельно выбраться из дома, если вы живете на верхних этажах. На 9-м этаже, вот если брать 9-этажный дом, да, если пожар загорится, ну там первый или второй этаж, на 9-м этаже будет очень высокая температура. И без боевой одежды там невозможно находиться. Чтобы попасть в задымленное помещение, у пожарных есть специальная экипировка, а для эвакуации людей – кислородная маска. То, как проходит спасение, детям продемонстрировали прямо во время урока. Надо ложиться на пол. Это единственное еще место, где где-то сантиметров 10 есть подача воздуха. Она есть, то есть она все равно заходит. И внизу меньшая концентрация, и еще плюс температура невысокая. Уроки на базе пожарно-технической выставки проводятся регулярно. Она работает с понедельника по пятницу. Записаться на экскурсию необходимо заранее, позвонив по телефону 8 988 340 48 08. Антон Чистяков, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.